В октябре текущего года специалисты предприятия «Максервис-2» приступили к капитальному ремонту трех лифтов многоэтажки по адресу Краснознаменская, 73. На сегодняшний день работы уже завершены. Эксперты проверяют техническое состояние подъемников перед вводом их в эксплуатацию. На сегодняшний день у нас 8 лифтов введено уже в эксплуатацию. Три лифта сегодня проходят динамические испытания. Если взять на сегодняшнюю минуту, да, то по факту уже два лифта прошли динамические испытания. Все успешно. Сейчас еще третий испытывают. Ну, там тоже сомнений нет, должно все пройти, потому что проверялись предварительно качество выполненных работ. В соответствии с этим, можно сказать, сегодня уже планируется ввести еще три лифта в эксплуатацию. Итого уже будет 11 из 17. После проведения всех проверок и получения положительного заключения экспертной комиссии, лифты будут введены в эксплуатацию. Затем, по словам Виталия Смыка, начнется ремонт лифтов по другим адресам, согласно графику. Дальше, естественно, ремонт на остальных объектах продолжается. На сегодняшний день в завершающей стадии у нас идет металлургов 49 и Заречная 1А, второй подъезд. Там уже эти лифты подходят к завершающей стадии. На этой неделе планируют закончить и уже со следующей недели начинать приступать к другим адресам.